Здравствуйте! В эфире программа «День города». О главных новостях вам расскажут мои коллеги и я, Валерий Седов. Город встал. В Рязани стартовала реконструкция северной окружной дороги. Возрождение вишневого сада в Дубовой роще приступили к благоустройству территории. Так решили сами рязанцы. Красно-белый праздник в Касимове. Местная сборная сыграла с именитыми ветеранами московского «Спартака». В Рязани началась реконструкция северной окружной дороги. И это сразу отразилось на дорожном движении. Появились пробки. Сейчас закрыты две полосы. Одну из центра города в микрорайон Конищево, другую от поворота на 5-й район поселка Борки до дома 30. Рабочие уже приступили к фрезерованию старого покрытия. Также на юго-западной обочине дороги работают экскаватор и бульдозер. Отсыпают грунт и расширяют обочину. Окончательно реконструкцию северной окружной дороги подрядчик обещает завершить лишь в следующем году. Когда и как северку разблокируют — в нашем завтрашнем материале. Зеленая зона Дубовая роща, Вишневый сад стала победителем рейтингового голосования по Октябрьскому району, набрав 5662 голоса. Напомним, рязанцы сами выбирали общественные территории, которые необходимо приводить в порядок. Глава администрации Рязани Елена Сорокина проинспектировала работы, которые в Вишневом саду уже стартовали. Дубовая роща, Вишневый сад, пожалуй, главная локация Октябрьского района. Об этом уже сказали и сами рязанцы, поставив эти объекты в рейтинговом голосовании на первую строчку ожидаемого благоустройства. Полная стоимость объекта – 25 с хвостиком миллионов рублей. Часть работ уже стартовала, например, плитку уже уложили. А часть работ еще ждет своего часа. В прошлом году проходили с управлением благоустройства города, с теми, кто... И я приезжал туда, в управление благоустройства города. Мы согласовывали, какие работы будут выполнять. А нам обещали, что мы выполнено то, что не доделано по проекту изначально, и плюс столбы вот эти электрические. То есть у нас договор такой был. Эта дорожка была, она проговаривалась. Сейчас ее нет, и поэтому и теряется. Мы изыскиваем возможность о том, чтобы эти работы провести. Сейчас идет просто финансирование. То есть вот этот момент очень... Александр Анатольевич, приняли. Пока что благоустройство Дубровой рощи выполнено на 60%. В своей очереди ждут 32 опоры, камеры видеонаблюдения, качели, информационные стенды, ну и, конечно, пешеходные дорожки. Вот это все под замену. Здесь вот, смотрите, если вдруг проблемы с грунтом, там завозить, там сложно, объем, просто пускай он уже спланирован остается, он хотя бы метр вот здесь вот отсыпать, чтобы человек ходил. Оно пускай даже внизу будет, вода будет копиться, будет хорошо. На Дубовой роще уже заменили 31 комплект мафов, на антивандальные лавочки и урны провели опиловку сухих веток. Замечания есть. Например, к стыкам тротуарной плитки, неубранному грунту, кое-какие недочеты на новых бордюрах. По периметру всей зеленой зоны уберут ржавый забор. Окончание контракта в августе. Елена Сорокина пообещала на приемку приехать еще раз. 16 ДТП, 58 аварий, сотни тысяч рублей материального ущерба. Это статистика только за выходные. В реальности все иначе. Ущерб здоровью пострадавших никакими деньгами не оценить. Эти кадры крупной аварии близ Секиотова в сеть выложили недавно. И пусть качество оставляет желать лучшего, сам момент ДТП запечатлен ярко. В 7 часу вечера на автодороге Р-132 «Золотое кольцо» иномарка собрала еще два авто. 45-летняя рязанка, управляя автомобилем «Шкода Октавия», по предварительной информации зацепила обочину, вследствие чего не справилась с рулевым управлением и совершила столкновение с автомобилем «Киа». После удара автомобиль «Шкода» по инерции продолжил движение и совершил столкновение с автомобилем «Мазда CX-5». В результате происшествия 5 человек получили травмы, в том числе 5-летний пассажир автомобиля «Киа». Однако на кадрах с регистратора можно заметить одну интересную деталь. Прямо перед аварией по встречной полосе едет автомобиль скорой. Может, как раз это и спровоцировало водителя дернуть руль. А уже на следующий день в городе не повезло байкеру. Вчера вечером на улице Дзержинского 29-летний рязанец, управляя мотоциклом «Ямаха», по предварительной информации не выбрал безопасную скорость движения, вследствие чего не справился с рулевым управлением и совершил наезд на мачту уличного освещения. Вот эти происшествия водитель и его пассажир получили травмы и были госпитализированы. А это фотографии из поселка Шилова. Volkswagen Jetta, которая прижалась к забору, стоит здесь с 4 утра. Сотрудники ГИБДД установили, что 21-летний водитель сел за руль пьяным. Алкотестер потом покажет 0,552 миллиграмм на литр. На большой скорости лихач не справился со строптивой машиной, съехал с дороги и врезался в дерево. Он и два пассажира получили травмы. Пострадавшим оказались помощь. Их жизнь вне опасности. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».
Рязанские автоинспекторы стоят не только на страже закона. Одна из основных задач службы – предотвращение преступлений и спасение жизней. Вот и на этот раз они не смогли пройти мимо. Это кадры с видеорегистратора автомобиля ДПС. Машина патрулирует дорогу Ряжск-Касимов-Нижний Новгород. Вот она проезжает мост через Аку. Но шум двигателя затихает, инспекторы замечают на ограждениях моста парня, который, похоже, решил свести счеты с жизнью. Старший лейтенант полиции Сергей Тимохин понял, что промедление может стоить молодому человеку жизни. Под прикрытием шума проезжающего по мосту грузовика он незаметно подобрался к мужчине и снял его с парапета. Молодого человека доставили в межмуниципальный отдел МВД России Касимовский и вызвали ему скорую медицинскую помощь. Со спасенным парнем удалось поговорить по душам. Оказалось, что причиной поступка стала, как это обычно бывает, несчастная любовь. 19-летний парень узнал о скором расставании со своей возлюбленной. Ей предстоял приезд в другой регион. Расстроенный юноша выпил и отправился к своей финальной точке. После спасения врачи оказали ему необходимую помощь. Экипаж передал парня родственникам. Вот и фотографии героев. Это старший лейтенант полиции Сергей Тимохин и лейтенант Константин Пытов. Обычные сотрудники, которые в нужный момент приняли правильное решение. Банк России анонсировал выход интернет-платформы «Знай своего клиента». Это сервис, с помощью которого все кредитные организации страны смогут получать информацию о том, насколько рискованную деятельность ведут клиенты с точки зрения так называемого антиотмывочного законодательства. Всех посчитают и поделят на группы риска. С 1 июля от Банка России в кредитное учреждение стала поступать информация о том, к какой группе риска в смысле подозрительных операций можно отнести юрлиц и индивидуальных предпринимателей. На официальном сайте появилась специальная платформа «Знай своего клиента». На ней все официально зарегистрированные компании страны, регулятор поделит их на три группы – низкую, среднюю и высокую, зеленую, желтую и красную. Физиков эта информация не затронет. По нашим предварительным оценкам, которые полностью подтвердились в рамках пилотирования, категории клиентов низкого уровня риска относится порядка 99% от общего количества юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. При этом закон исходит из того, что для таких клиентов образуется режим максимального благоприятствования. Что это означает? Это означает, что если клиент отнесен к низкому уровню риска, кредитная организация не вправе отказать ему в открытии счета, не вправе отказать ему в проведении операции, если его контрагентом также является субъект, отнесенный к низкому уровню риска, а также не вправе с ним расторгнуть договор банковского счета. Главная цель – создания так называемой «зеленой банковской экосистемы», внутри которой не будет платежных ограничений. Включение в список платформы «Знай своего клиента» – дело принципиально добровольное. Кстати, если клиент не согласен с тем, что его считают высокорискованным, это вовсе не приговор. В любой момент можно будет оспорить оценку в самом Банке России или через суд. Более 2000 зрителей собрал в Касимове футбольный матч местной сборной с ветеранами московского «Спартака». На поле местного стадиона вышли легенды красно-белых: Дмитрий Оленичев, Егор Титов, Александр Филимонов, Дмитрий Хлестов, Александр Ширко, Валерий Шмаров и Константин Головской. Капитаном этой команды стал Андрей Тихонов. Все подробности матча в нашем следующем материале. На поле касимовского «Спартака» «Спартак» московский. Андрей Тихонов, Егор Титов, Дмитрий Оленичев – эти имена звучат по-настоящему легендарно. Совсем скоро именитым футболистам играть со звездами «Зенита» прошлых лет, так что матч в Касимове был еще и контрольным. Впрочем, для полного стадиона это все-таки был настоящий праздник. Мы проводим небольшой турнир, как уже второй-третий год, и популярность в городе растет к нему. Уже порядка 350-400 человек, играющих детей, ветеранов. Любовь к «Спартаку» известна везде, и, в принципе, хотелось жителям города, района сделать этот праздник. Прямо перед матчем слово берет легендарный Андрей Тихонов. Касимов встречает его оглушительными овациями. Привет, красно-белый Касимов! Хозяева, они в синем, начали матч с уважением к красно-белым легендам и поначалу действовали робко. Вовсе не удивительно, что первыми пропустили именно они. Впрочем, дальше, что называется, пошла заруба. И экс-голкиперу сборной России Александру Филимонову пришлось попотеть. Причем не только из-за жары. Центр, передача,
Боевая ничья к перерыву 2-2 обещала продолжение голевой феерии во втором тайме, и соперники провели его фактически без центра поля. Касимовцы практически все время выступали в роли догоняющих и даже сравняли счет 4-4, но в итоге красно-белый дух оказался сильнее – 6-5. Победа московских звезд, которые после изнуряющего матча еще и остались на автограф-сессию. А желающих получить заветную роспись в Касимове было «хоть отбавляй». Лето продолжает баловать нас переменчивой погодой. То столбики термометра поднимаются до рекордных 30, то опускаются на десяток градусов. Что готовит эта неделя, расскажем далее. С детства нам известно, что июль – макушка лета, поэтому в это время года жарко, идут дожди, гремят грозы, сверкают молнии. Согласно предварительному прогнозу погоды, после умеренно спокойного и комфортного июня всю русскую равнину ждет ужасно нестабильный второй месяц лета с огромным количеством аномалий, сухими грозами, природными пожарами, барическими ямами, ураганами, ливнями, градами и всеми другими подарками природы. Что ж, проверим. А пока о ближайшей неделе. Мы будем находиться в малоградиентном поле повышенного атмосферного давления. Будет преобладать жаркая погода, в начале недели преимущественно без осадков, а со среды из-за близости атмосферных фронтов возрастет вероятность небольших кратковременных дождей, местами с грозами, порывистым ветром, а в отдельных районах не исключенный град. Преобладающая температура воздуха в ночные часы плюс 12, плюс 17 градусов, днем 25-30, 6-7 июля жара до 32 градусов. По предварительному прогнозу, выходные дни, скорее всего, в воскресенье, температурный фон начнет стремительно понижаться. Средняя температура воздуха по региону во второй половине второго месяца календарного лета 2022 будет ниже климатической нормы. Так, синоптики обещают плюс 16-18 днем и минимум на пару градусов прохладнее ночью, что для середины лета аномально мало. Предсказывают синоптики и залповые ливни в тот же период. Если не в режиме нон-стоп, то по графику сутки через трое почти наверняка. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.tv и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире.